красный. Вот красный люпин. Он всегда отличался тем, что он цвел дольше всех. Несмотря на пересадку, вот он снова зацвел, уже август. Здесь вот у него еще один бутончик намечается. Здесь, получается, рядом растет укроп. Его никто не выдернул, он тут сам зашел в солнцецвете. Солнцецвет, не знаю, будет цвести в этом году или нет. Но самое интересное, что на укропе сидит, вот сейчас ее будет лучше видно, это гусеница махаона. Он тут летал, видно, яичко отложил. И это вот. Ну, махаон, кстати, я наблюдал, специально ходил по грядке с морковкой, он там яйца откладывал. Специально смотрел, он откладывал везде по одному яичку. То есть это не как капустница там отложила, сразу там несколько десятков вылезло и хрумтят от капусты, ничего не оставляют.